В Ангарске состоялся премьерный показ документального фильма «Экспозиция войны». Картина режиссера Владимира Сидоренко рассказывает о военных операторах, людях, благодаря которым удалось зафиксировать подвиг советского народа в годы Великой Отечественной. Практически каждый из тех, кто вел видеосъемку на фронте, был ранен, каждый пятый погиб на передовой. По словам эксперта Валерия Фомина, запечатлеть реалии той страшной войны удалось благодаря воле советского руководства. Приказывалось вести эту летопись. Снимали то, что не обязательно сразу пойдет на экран, а может вообще не пойдет и никогда не пойдет. Но все-таки надо снимать на всякий случай для кинолетописи. И не просто был приказ, были выделены ресурсы, выделены специальные ресурсы, пленки, техники и так далее, транспорта, ну и всего-всего, кадры такие, естественно, чтобы они делали летописные съемки. И их складывали в отдельный карманчик, в отдельный блок. Хранили, разбирали тоже все. Очень неожиданно для меня, когда я это узнал, нашел эти документы. Все там расписано. Самыми высокими чинами подписаны директивы, были официально. Поэтому, если где-то будете слышать эти разговоры, что то, что они снимали, им не давали снимать правду и так далее. Нифига подобного. Кинопоказ был организован при участии Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России. Фильм «Экспозиция войны» был признан лучшим телевизионным фильмом о культуре в рамках 15-го международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм.